мое похудение. Сережа Старсин, Демид Большой. Мне кажется, ты не уедешь из России. Дивина Алексей Никал на тебя. Замолчи. Олег Жуков. Не знаю, а мне Алексей Никал помог. Да. Еще больше стали. Что? Сережа, скажи, как дела вообще у группы «Руки вверх»? У них все вниз теперь. Замолчи. После того, как ты перестал пользоваться тем, что тебе посоветовал, все пошло в гору, стало больше концертов. Может, ты другой стал пить? Турбослим? Вы вводите у меня в заблуждение какое-то. Хочешь, мы тебе подарок подарим? Сереженька, вот. Вы не отвлекайтесь, а вы рассказываете. Папа, подарок не отдарок, это тебе подарок Майдана. А вы знаете, у меня однажды был такой случай. Всегда же ходишь на день рождения, да, к друзьям? И я подарил одни запонки одному замечательному артисту. Очень красивые. А через год они опять ко мне вернулись. В общем, так что в нашем... Забирай. В нашем шоу... И ты понимаешь, Панама дойдет когда-нибудь до Галкина, я чувствую. Ну что ж, дорогие друзья, в эфире «Радио Дача» есть такая программа «История любви». Кажется, это уже читал. Нет? Коля, скажи своими словами, ты бы красиво получился. Все. Давай, соберись. Другая артистка. Господи, что со мной происходит? Весна, товарищи. Я просто не начал. Вчера надо было меньше праздновать с Аллой, юбилей. А что? За Аллу не грех выпить. Она у нас одна. Ну что ж, встречайте. Бесподобная, лучезарная, ослепительная артистка, которую мы все любим, которую мы все любим и обожаем. Лариса. Татьяна. Не облокачивайся. Стой вот так красиво. Будешь петь с балкона? Да. А я буду стоять и восхищаться. А я... Какой нахал. Я готова. Давайте музыку. Меня видно? Еще так. И снова...